Разговор с нашей попутчицей в самолете, которая искренне восхищалась нашей миссией и сказала нам много теплых слов, заставил меня вновь задуматься о том, в каких же условиях работал Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Он высадился на берегу Папуа-Новой Гвинеи почти 150 лет назад и стал первым белым человеком, которого увидели жители берега. Естественно, что они относились к нему весьма настороженно. И настороженность эта усугублялась также еще языковым непониманием. Поэтому в процессе своих этнографических работ Николаю Николаевичу приходилось порой подвергаться опасности, нередко даже смертельной. Эти опасности усугублялись трудностями чисто бытового характера, поскольку он сам полностью обеспечивал свою жизнь на берегу. Он ходил за водой по скользкой тропе к ручью, колол дрова, готовил пищу и даже ухаживал за своими собственными слугами, которые заболели и лежали в хижине, в повалку, в то время как Николай Николаевич, сам тоже больной и с отрицаемыми приступами малярии, продолжал ухаживать за ними. И поэтому те возможные трудности, с которыми, может быть, придется столкнуться нам в процессе нашей экспедиции, конечно, на этом фоне кажутся просто смешными.